Грузия отозвала своего посла из Киева для консультации из-за назначения Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии. Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях. Поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом, говорится в сообщении. В эфире завтра с 1+1 Саакашвили рассказал о своих обязанностях на новой должности. Саакашвили также отметил, что из-за пандемии COVID-19 на Украину надвигается большой кризис. Прежде всего, нужно помогать экономике, в частности, сделать бизнес свободным, без всяких административных вмешательств. В медицинской реформе Саакашвили убежден в необходимости полной смены системы, ведь частично изменения ничего не приносят. Он добавил, что совковые реформы уже давно не работают, поэтому старую систему перестраивать не нужно.